7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Bosch. Да. Это мой новый чемоданчик. Мне очень нравится. Я его долго выбирал. Несколько месяцев я этим занимался. Наверное, больше 2-3, а может быть даже 4. В итоге подобрал себе из 100 предметов. Девчонкам это будет точно неинтересно. Вот. Хотя, если вы захотите подарить самому бойфренду или мужу подарок, вот это отличный вариант. Здесь есть все, просто шикарнейшие вещи. Снимается 2 красных колпачка сбоку, и сумка начинает елозить по скользкому столу. Тут я просто открываю и нахожу мой интересный. Щами можно сверлить дырки в столах. По сути, можно посверлить даже здесь. Все надежно спрятано, чтобы не использовать и не поцарапать руки. Чтобы не поцарапать руки, спрятано все под этим прозрачным колпачком. Вот эти гипсокартоны. Здесь даже была в комплекте отвертка. На мой взгляд, я посчитал достойной. И поэтому она практически даром досталась. Ее можно всячески видоизменять, переключать клавиши. Можно сгибать ручку, откручивать, ставить любые биты. Здесь есть колесико. Сам измеритель. С ним вы никогда не ошибетесь. Нужно поклеить плитку, обои или все что-то. Но глазу не стоит доверять. Сверла. Это на самом деле ради чего все я купил. Вот посмотрите, сколько много сверла. Я столько не видел. Биты, да здесь их просто море. Что мне нравится, что можно вот эту вот штуку все просто приподнять, выбрать то, что тебе требуется, все сложить и закрыть. А еще вот в этом чемоданчике есть вот такой переходничок, чтобы все-таки стала клетка немного подлиннее. Здесь очень много сверел. Посмотрите, как здорово. Этих сверел должно хватить практически на под любые диаметры, только за исключением специфичных размеров. По-моему, это здорово. Посмотрите, сколько бит. Это просто мечта. Здесь же пластиковой штучкой можно замерить длину сверла. Это просто удивительно, потому что я всегда не мог понять, какую все-таки дырочку вырезать на стенке и как ее замерить. В этом чемоданчике можно делать вот так. Выбрать то, что тебе нравится, и использовать это с умом. Больше всего мне понравилось то, что можно его просто так вот захлопнуть, закрыть, взять его в руки и уйти куда-нибудь. А еще сзади есть для таких, как я, специальная инструкция. Она мне больше всего понравилась, потому что здесь все очень логично. На самом деле хочу свое видео адресовать не только мужчинам, но вообще и девушкам, женщинам. И здесь вот на картинке, кстати, есть девушка, которая начала уже сверлить. Ну и мужчины тоже. Это безумный чемоданчик. Возможно, он мой, конечно, первый, но я доволен тем, что было сделано для людей людьми. Обожаю солнечные дни, это просто сумасшествие. На самом деле я никогда не был с бородой, это мой первый опыт, я всего лишь 2-2,5 недели хожу вот в таком вот виде, и мне теперь эта кофта просто подходит, мне это нравится, и я ее даже одену перед тем, как вам показать что-то еще. Если у вас какие-то есть рекомендации, как улучшить блог, я с радостью это выслушаю, напишите это в комментариях, мне будет это очень полезно, интересно, и я бы хотел бы рассказать гораздо больше всего, потому что в жизни много интересного происходит, и без этого просто никак нельзя. Спасибо. Кофта ниндзя. Если вы готовы увидеть продолжение моего канала, просто подпишитесь на него, ставьте палец вверх, ставьте лайки, плюсы и подписывайтесь. Кофта ниндзя.